И всем привет. Мы продолжаем наслаждаться Реймоном. Малютки в опасности. Это было пройдено. Да ведь? Галерея героев. Испытания. Кунг-фу. Это хрень какая-то. Оп. Вообще-то я не хотел сюда заходить. Итак. Стоп. Малютки в опасности? И зловещий замок. Свести, не свищу. Хо. Хо. Help me, I'm free. Ну, давай, давай. Так. Хоп. Чу-чу-чу-чу-чу. Ничего там больше нет, да? Все нормально. Чимичанго! Так, по-моему... Да. Ну-ка. Ты не мучай малышей. Жопа. Ай. Ай. Не хочу я так. Музыка классная. А я сверху. Ой-ой-ой. Тихо, не упади. На. Здесь ничего. Все-таки классно сделана графика. Не устаю поражаться. Красоте такой. У-у-у, что-то здесь есть. Ой, блин. Не люблю головоломки. Вот честно, не люблю. Ага. Вот так вот, значит, да? Ладно. Надо запомнить. Хотя, что тут запоминать? Так. А вот тут я не запомнил. По-моему, вот это. Да-да-да, и вот это. Вроде зрительная память у меня хорошая, но что-то... О, хорошо, хоть назад не надо возвращаться. Ну? О, сокрушающий удар! На, об стену тебя! Малыши нельзя бежать. Так... Как? Вот так вот. Уак! Отлично, я бахнул сокрушающим ударом прям.
Все по жопе. Проходим, не задерживаемся. Кто щекотать его будет? Кто будет щекотать его глаза? Так, если я нырну. У-ху-ху. Так, а там больше ничего не было? Промеж глаз. Помолиться можно даже. Ага, ладно, это потом. Да, да, ну не сюда. О, монета. Юпи. Так, получила тут. Ты. Что такое? Еще один свободен. Отлично. Ах ты, зараза. Попал все-таки по мне. Еще 5 человек осталось. Да. Да вы смеетесь. Я не понимаю, это водопад на меня как-то действует, что ли? Не должен. Так. Что-то я прыгал. Видимо, надо раньше прыгать. Оп, оп, да не тут. Да. А, о-о-о. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. А, так нельзя. И ты тоже спасен, мой маленький билайновский друг. Так, их осталось... А, это... Оп. За этими дверьми типа какие-то короли, а так вот это подчиненные. Угу. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, 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 я хочу туда. Я хочу наверх. Верните меня наверх. Так нечестно. Блин, ну как мне вернуться туда? Соскальзываю. Вон вот этих... Сучек спасти. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Блин, ну не успел, значит. Так, еще один дружок спасен. Как туда залезть? Не так. Да. Вот так. Ну, с теми не получилось, к сожалению. Thank you.
стой. Так, а... Не, ну, видимо, наверху больше ничего нет. Ну ты, какой-то новый монстр. Видимо, наверх можно. Да блин. Ты жопа. Отлично. Еще хп потерял. Ну как вот так вот, да? Ладно. Блин. Да блин. Я не понял, что за прикол. Просто не допрыгнул туда. Так, давай попробуем. Вон он, вон он. Твою дивизию. О, аллилуйя. Всех накажу. Негодяи. Help me. Конечно, help. Всех собрал. Что это? Да что это снизу? Дай посмотрю, что внизу. Коренной зуб. Сова сидит. Наркоманская какая-то. И вот он. Пройденный уровень. Да-да-да, не надо аплодисментов. Но, блин, я не собрал там нескольких. Лаки.
Поздравляем, вы открыли мир «История жабы». Малютки томятся там в неволе, ожидая вашей помощи. Вы только что достигли первый уровень крутизны. Да, можете отпраздновать, ведь мы дарим вам 1000 люмов. Отлично. Че такое? Потеши меня. Тут люмов выиграл. Можно еще почесать. Существо. Триплос. Что за... А как первый уровень назывался? Давным-давно. Зловещий замок и волшебный лес. Угу. Запомним. Зверинец. Ну-ка. Новых люмов, совете больше существ, получать какие. Ага, типа фармить можно. Шарики. Я король мира. Еще есть существо? А, я забыл, что я могу ускоряться. Пипец, я тормоз. Ладно. Еще один уровень позади. Еще меньше малюток в опасности. И в следующий уровень мы отправимся в следующей серии. Всем спасибо, что меня смотрели. Всем пока.